Всем привет, друзья! С вами Симба, и мы играем в игру DayZ Standalone, дополнение Ливония. Вот, отправляемся с вами на... в военную базу. Вот, нам нужно ее пролутать, посмотреть, что там есть, что у нас здесь вообще имеется. Вот, мы были в том городе, сейчас мы идем в это, вдоль этой деревни. Ой-ой-ой. Так. О, блин, сука, нахуй. С одного удара, блядь, тебя вынес, смотри-ка. Подожди-ка. Ага. Консервы. Так, покушать она нам принесла. Это хорошо. Вот. Что это? Что это, зарядное устройство? А, используется зарядка аккумуляторов легковых автомобилей или грузовиков при подключении к электросети. Ну, для этого, получается, нужен генератор, да? Хочу сказать, что очень сильно по звукам игра отличается от Черноруси. Такое ощущение, что сюда что-то добавили. Патроны. Так, патроны. Это мы возьмем. Так, давай-ка все патроны сюда мы выложим. Посмотрим, что у меня есть. Так, вот эта коробочка тоже с патронами. Так, ты иди сюда. Так, еще вот это у меня есть, да? Ага, хорошо. Осмотримся, посмотрим. Нам нужно что? Попить. Чуть-чуть попить, наверное, да? Покушать у нас, в принципе, все есть. Бутылку воды. Бутылку воды у нас нет. У нас нет бутылки воды. Конечно, с этим не беда, потому что у нас есть пару бутылочек спрайт кока-колы. Вот. Ну, конечно, в запасах иметь простую чистую воду необходимо. Вот. Еще я читал, что некоторые делают... Вот, тут, кстати, электрический генератор. Не тронуто. Переносной бензиновый генератор усилит достаточное количество электроэнергии для питания большого дома до тех пор, пока не закончится топливо. А, что... Так, еще рис. Блять, она мне нужен. Давай скушаем его. Покушаем рис. Так, взять в руки. Некоторые пишут, что нужно выливать воду. Когда найдешь бутылку воды, нужно выливать ее и наливать чистую. Ну, в принципе, логика в этом есть, так как вода может быть заражена. Ну, во-первых, она еще и тухнет со временем. Так что можно... Пластиковая бутылка. Пожалуйста, а вот и вода. А вот и вода. Не тронута, да? Но я думаю, что мы ее выливать не будем. Мы оставим как есть. Так, где-то здесь тело орет. А ну, бабка. Сейчас я накерню чуть-чуть. Опа, блядь, с одного раза. Так, еще у нас. Еды у нас просто предостаточно. Лиска проволока мне не нужна. Так, в этот дом еще зайдем. Так. Иди сюда, бабка. Так, они все пустые, хорошо. Ну, как и положено, в принципе, в таких домах должна быть еда, вода. Патроны, одежда. Так, нарезные патроны. Так. А, нарезные, да? Поменять.
Откроем, распакуем. Сразу зарядим пушку нашу. Почему он сразу не может, блядь, полностью зарядить, а? Так, а здесь 5 патронов вроде влезает, да? Как я помню. А, нет. Все, 6 патронов влезает. Так, у меня есть крючок, 2 риса. Коробка патронов на 9 на 19. Сюда ее. Так, еще сюда вот эти патроны и вот эти патроны, да? Так, наручники вниз. Упустим. Так, плоскогубцы, это не тронуто. Все, заряд есть. Где еще? Или это она так кричала? Окей. Еще одно зарядное устройство. Ограждение из проволочной сетки. Свернуть. Мост вон. Значит, нам сюда. Так, что у нас впереди? Комбайн. Давай посмотрим, что это. Комбайн я вообще еще не встречал в игре. Он пустой. Так. Вон тот городишко, который я искал на карте, да? Получается, военка, блин, где-то вон там у нас. Трекинговые ботинки. Ботинки трекинговые. Отвертка. Ну, даже на остановках есть вещи. Саботка, да? Все правильно. Я как раз таки сюда и должен был прибежать. Так, вход у нас... Вот он, наверное. Так, это какой-то небольшой заводик. Что мы здесь должны найти? Ну, во-первых, скорее всего, вещи получше, да? Это что такое? Что это за хрень? Ого, магазин нашел. Для МК-2. МК-2. А я тут выбросил, что ли, пистолет? Блядь, я пистолет выбросил? Ё-моё. Ха! А я такой смотрю, а почему мне не хватает пистолета? То есть не то, что пистолет, ячейка свободная. Между четверкой и шестеркой у меня пустая ячейка была. Получается, я где-то пистолет свой оставил, да? В принципе, не так он мне и нужен, но у меня есть получше пушки. Вот этот даже с глушаком у меня. Что есть, хорошо. Так. Это мне не надо. Давай постепенно домики осмотрим. Ух ты, МК-2. Пожалуйста. Так, а какие у меня патроны? 22 ЛР. А сюда нужно 22 ЛР. Сильно повреждено. Давайте возьмем в руки. Сделаем вот что. Объединить. Чинить. Так.
теперь у нас поношено, и нам нужно что? Поменять, засунуть сюда еще патрончиков. Отлично, 10 патронов есть. Поменять, объединить. Вот теперь, вот так сделаем еще. Так, подожди, фонарик. Фонарик. Сюда. Теперь у нас есть патроны. Пистолет. Все как нужно. Кухонный нож. Так, вечереет вроде бы. Так, что у меня пить есть? Пить есть я не хочу. Так, кухонный нож, ботинки. Это мне не нужно. Посмотрим. Теплицы. Теплицы у нас что? Огурцы, кабачки. То же самое, да? Помидоры. Томаты, да. Пакет семян там. Блин, я думал, что это что-то валяется. Ха. Вон зомбарь, блин, стоит. Вот, нам что нужно еще найти? Парочку. Магазин для МК на 10 патронов, да? Мы его возьмем в руки. И давай его тоже зарядим. Все? Подожди, я его разрядил, что ли? Все, теперь у нас еще один магазинчик есть, отлично. А здесь почему 9? А, один в стволе. Все. Один в стволе. Скотч. Давай мы скотч поменяем. Потому что мы уже использовали один. Все, пошли дальше. Точильный камень, кстати. Очень хорошая вещь. Она может мне пригодиться. В плане топора моего, да? Чтобы его подточить, чтобы он не сильно портился. Точильный камень как раз для такого дела и нужен. Так, здесь машину можно собирать. Нет, нельзя. Она и так уже полудохла. Мешок. Это что, топорик? Дождик пошел. О, дела. Что? Крючок, да? Рыболовный крючок. У меня уже есть он. Мне будочку найти. Батарея на 9 вольт. Возьмем. Подожди, а у меня же, блядь, где-то были батарейки. Ну да, вот батарейка у меня есть. А, вот они перед сами рюкзак сюда положим. ВКшечка. По одному патрону заряжать, конечно, не вижу смысла. Так, нам, может быть, перекусить можно было. Я думаю, попозже, наверное, да? Так, это у нас что, часовенка? Плюшевый медведь. А, и у него можно спрятать мелкий предмет.
Так, здесь пусто. Спортивная куртка. Давайте, наверное, перекусим с вами. Так, что мы, наверное, персики, да, откроем? Поменять. Объединить. Полбаночки персиков закушаем. Вот так вот. Отлично. Так. А, дальше что? Так, давай-ка иди сюда, дружок. Баночка сюда, баночка сюда. Баночка сюда, баночка сюда. Баночка сюда, баночка сюда. Так. Блин, у меня столько всего. Сухое молоко. Там еще дождь этот идет, а? Давай к этому зданию. Не очень я люблю дождь в ней. Она мне прям напрягает, я бы сказал. Так, подожди. О! Вот теперь лучше. Так, и в тот домик, да? Сука, блядь. Ну иди сюда, блядь. Иди сюда, да, блядь, сука. Ты, блядь, охренело, что ли? Клубничное варенье возьмем. Кто здесь еще, блядь, тусит, да? Блин, я бы сказал, здесь очень много их. Блять, обижать, что ли? Ну, ту бабу захерачить надо. Чё она так смотрит на меня? Пусто. И вот это тоже надо. Вот и все. Так. Пусто здесь. Иди сюда. Пусто. Тоже пусто. Так, ничего страшного. Ничего страшного совсем. Все хорошо. СР-75. Ага. Фонарик для пистолета. А, он что, есть там? Я что-то не понял. Давай-ка мы его возьмем. Поменять. Так, магазин. Мне нужно 9 на 19, да? Вот у меня целых... Так, где вот, вот патрончики на 9 на 19. Еще сейчас поменяем. Все, откроем все коробки. Да, и вот эту еще открой. Так, поменять. Хорошо. Что делаем дальше? Так, это у нас 9 на 19. Это 380. Это... Блять, а почему так мало-то? Я же вроде много открыл. А, вот они, блять. Так, пистолет сюда. Поношено, да? Лучше я его не смогу скотчем. Нет, не смогу. Так. А мне нужно что? Можно батареечку ставить, кстати. Сейчас мы вот так сделаем. Оп. Поменять. Объединить. Потом берем пистолет.
и объединить. Отлично. Так, глушитель. У нас есть глушитель, еще какое-то навесное оборудование. Так, теперь что делаем? Магазин. Извлекаем. Меняем. И объединяем. Все, нам нужен был один патрон всего уже зарядить. Хорошо. Теперь меняем. Вставляем магазин. Вот так вот. Ты что тут ходишь, блядь, а? Без спроса. Блядь, откуда они все повылезали-то еще? С рюкзаком. Так, хорошо. Ну ладно, беги сюда. Я тебя сейчас устрою здесь в избучку. Или тебе, блядь. Скотч, скотч, скотч. Давай поменяй. А, нет, зачем мне менять? У меня нормально все со скотчем. Походные штаны, патроны. Вот, еще патронов нашел, смотри-ка. Хорошо. Так, карты здесь нету, да? Да кто там, блядь, все орёт? Что тебе надо, блядь? Ну ты нормально, кстати, нарвался, братан. Нормально нарвался, я тебе скажу. Так. Давайте попьем. Сколько надо глоточков? 2-3, наверное, сделаем. Сейчас как сразу пойдет вверх, все. Дверь багажника. Бушлат пустой. Магазин для МК на 10 патронов. Так, поменять. Разрядим. Выкинем. Все, нам нафиг не нужен. Что это такое? Нет, 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 вот это что такое? Кокейный шлем. Не тронуто. Так, это мне не надо. Вот, маркет. Мы сейчас туда зайдем. Посмотрим эти домики. Кастрюля. Мы, кстати, можем рис сварить в ней. Нужен только костер. Для культ. 45 АСР. Нет, такие мне не нужны. Собирать всю лабуду. Я смысла не вижу. Так, маркет вот. Мы сейчас все равно в сторону военки пойдем. Квас. Опа. Квас. Квасок, квасок, квасок. Хорошо. Квас взяли. Набор для шитья. Мне не нужен. У меня есть. На всякий случай есть, да. Так, расчетная комната. Здесь ничего. Тут ничего. Так. Маркет, это вот этот у меня. Ага. Кабачок. Ну что, сразу съедим его. Чего он тут стоит? Пусто. Крученые походные штаны. Нет, мне это не нужно. Так, теперь надо понять, куда нам бежать.
Вода, 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 где была вода? Вода была вон там. Значит, нам надо в ту сторону бежать. Как вот эта херня работает, интересно, а? Пульт управления. Система громкоговорящей связи. А нужен аккумулятор. Консервный нож. То есть, если я сюда аккумулятор захерачу, он будет работать? Блин, интересно. Ни разу не подключал его. Так, дружок, у тебя вроде что-то есть там? Ёбаный насосик, блядь. А где я колун-то оставил? Я где-то колун свой приебал. Блять. Где я мог приебать колун? Патроны. Когда разряжал в доме вот в этом, да? Скорее всего. Ёб, ты ж, блин. Или не в этом доме? Кастрюля нах. Это что? Магазин для кольта? Нет, 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 не здесь. Другой дом, вот этот. Вот этот, сука, дом, блядь, скорее всего, там. Я ставил свой колонн. Да, родной, здесь стоит. А, здесь в руке. Вот так я свой пистолет тогда, наверное, и проебал. Хорошо, бежим дальше. Там уже закатик у нас намечается. Иди к папе. Кстати, если я найду аккумулятор, то я, может быть, его впихну в ту станцию. Чисто проверить. Спички взять. Понадобится. Это что такое? Иш. 7 патронов. Так, давай-ка мы его возьмем. А, магазин поменять. Магазин вот так. Выкинуть. Разрядить. И выкинуть. Все. Патрончики мне нужны. Еще МК-2. Давай. Сделаем опять такую же махинацию. Оп. Разрядить. Отлично. Так, дождевик. Здесь он что? Набор для шитья опять. Это мне не надо. Это мне не нужно. Спортивная куртка. Спрайт мы возьмем. Ишь. Поношено. Ну, он без патронов, я даже его смотреть не буду. Так, ну все, надо уже ближе. Венки идти. Так, что здесь?
кирка. Блять, да ладно. Хотите сказать, что вон там пусто? Ладно, бежим туда. Нет, по-любому что-то будет. Или кто-то будет. Погоди-ка. А это что? Это случаем не военное, нет? Нет, военка все-таки вон там находится. Сейчас мы добежим до нее. Да, вроде она. Так, давайте мы выпьем. Вот так вот. Хорошо. Попробую через лес пройти, может быть, там медведи встретим. Почему бы как бы и нет? Да? Так, никто за мной не следит. Хочется найти что-нибудь такого из снайперского. Какую-нибудь винтовочку. С оптикой. С хорошей. Получается, у меня вот эта штука, вот эта штука. Пистолет еще есть. И колун. Колун вообще выручает хорошо. Где же здесь медведи? Что? Проход типа запрещен, наверное. Какой это язык? Я на медведь бы не напороться. А, у нас же еще вот такой пистолет есть. Ну-ка. Так, ладно, уберем его. Понятно, как он работает пока. Так, фонарик работает, все нормально. Может быть, я просто не обратил внимания. Бля, а что так далеко-то? Военка-то. Или мне надо было бежать в ту сторону? Хотя нет. Так, вон звезда уже появляется первая. Походу меня сейчас быстро снимут. И все. Все мои приключения. Что это?
останутся позади. Фух. Так, а вот и ночь наступает. Так, давайте покушаем сразу. У нас там остался вот этот персик консервированный. Отлично. Так, мы добежали. Блин, чё плохо, мы прибежали в самую темноту. Это кто, блядь? Зомбарь, блядь. Так, теперь мне надо как-то попасть сюда. Вроде тихо. Зомбарей тоже не слышно. Так, смотрим. Пусто. Камуфляжная сетка. Но она мне не нужна. Так, ну а что у нас тут? Осколочная граната. О, иди сюда. Съемные карманы. А куда мне их девать? Крепящий бронежилет. Позвать приносить больше вещей. А у меня это не броник, нифига. У меня нету броника, да? Полевой жилет. Светошумовая граната. Блин, вещи на самом деле очень хорошие. Сюда бы можно патроны сложить. Всякую дребедень. Пойдемте посмотрим, что еще мы можем здесь найти. Опа. Сука. Че смотришь, блядь, а? Вот она, блядь, что. Суки, блядь. Где? Пидорасы, блядь, а? Окружили нахуй. Так, патроны собираем. Что у вас может быть интересного? Эти пустые совсем. Берет. Берет мне нахер не нужен. А, давай мы что сделаем? Вот так. Возьми, пожалуйста, в руки. Пиздец, блядь, какой-то. Ты в руки будешь брать? А если так? Нет, он не видит. Залагало.
Ладно. Так, вот еще один чувачок. Сейчас мы тебя, блядь, примем нахуй. Так, хорошо. Дохленький. Так, походу он внутри. Давайте мы не будем открывать. Вот этого сначала вырубим. Тихо. Пусто. Ну там еще ходит один, да? И его вырубим. Так, а у тебя какая маска там? Летный шлем. Класс. Ну-ка давай ко мне. Блять. Полевой жилет, штурмовой рюкзак, зараженный. Ну, он еще поврежден, но мне он нафиг, наверное, не сдался. Так, а вот шлем. Давайте попробуем поменять. О! Во! Во! Другое дело. Что-то пусто совсем. Боевой нож. С крепким лезвием ручка. Отлично подходит для самообороны, но ему можно найти другое применение. Так, меняем сразу вот на этот. Боевой нож получше будет. Дальномер мне не нужен. Так, это что? Складной приклад? Приклад для автомата системы К. А это у нас что? Поменять? Я сюда не могу ничего, да, впендюрить? Меньше килограмма. Так, но здесь пусто. А вот здесь что-то еще? Нет, нету. Пойдемте сюда. Блять, что-то как-то тухло. Тухло, тухло, тухло. Патроны забираем. Так, вот эти патроны мне нужны. Только для чего они мне нужны? Мне ни автомата, ничего нету. Вот это две, да? Вот и здесь он. Сука, еще ударил меня, блядь. Танковый шлемофон. Использует танк экипажем, неплохо защищает голову от ударов внутри трясущийся танк. Но на этом его плюсы заканчиваются. Так, у меня здесь поношено, повреждено, не тронуто. Как видите, совсем мало. Переносная станция. С батарейкой. Сильно повреждено. Ну-ка. Как дела? Так, ты у нас все откис. Так, как у нас станция работает? Так, поменять. Эй, а куда делась? Я скинул... А, вот это. Ну, почему он кого не убирает?
Какого хера, блядь, а? Во! Странно, почему он ничего не убирает? О, куртка военнослужащего. Полевой жилет. А, дождевик. Так. Так. И вот так. Оп. Все. Так. Мне очень нравится на этом серваке, что очень быстро ночь проходит. А не по полчаса. А вот и прицел подъехал. Так. Сбоку четырехкратный, крепящийся сбоку четырехкратный прицел с устройством освещения сетки на батарейке. Разработан для автоматов системы К. 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 Так. Давайте мы, наверное, станцию выкинем. Возьмем прицел. Оп. Сюда. Батареечку сюда. Все. А мачете мы, наверное, выкинем. Вот. И засунем вот сюда. Подожди. Подожди. Почему у меня мачете? Во. Во. Так, так, так. И пистолет еще вот этот. На пятерочку. На семь, на шестерочку. Все. Ну. Тихо, тихо, тихо. Фу, блядь. Патроны. Бля, у меня уже патронов столько. Куда мне их девать-то, а? Штурмовой рюкзак. А 42. Блин, ну... Компактный. Но достаточно вместительный рюкзак. Наверное, для необходимого снаряжения хорошо подходит для воздушно-десантных операций. Блин, у нас 42, здесь на 63. Противогаз. Противогаз мне тоже здесь не нужен. Ну, штурмовой рюкзак вообще тема классная на самом деле. Ну, если учесть, что у меня мой водонепроницаемый рюкзак поврежден. Поврежден, да? А я могу использовать набор. А, раны залатать он может только, да? Блин. Ну что делать, прикладывать? Давайте мы переложим вот так. Так. Это мы вообще выкинем. Сейчас мы все сделаем. Так. Вот так. Сухое молочко. Вот так. Нож, тряпочка, крючочек рыболовный и фонарик. Так, тряпочка мне тоже необходима. И возьмись, блядь. Возьмем сюда еще вот это. И вот это. Не знаю, нужно мне вот это. Провод или что-нибудь погнуть. Вот это мы оставим, наручники оставим. Рис возьмем и будем менять штурмовой рюкзак вот так вот.
Вот теперь. Вот теперь уже по-другому я выгляжу. Так, а в противогазе? Так, куда мне его впихать-то? Вот так вот. О! Хм. Здорово. Так, где мы еще с вами не были? Хует какой-то. Давайте посмотрим с высока. У меня такое ощущение, что здесь может быть подземный бункер. Конечно, это не факт. Вон территория. Так, а у меня же оптика есть. А я не могу никуда захерачить, у меня такие эти дерьмовые снаряжения уже, можно сказать. Давайте спустимся по... Сука, блядь, как же я наебнулся хорошо, а? Так, у меня здоровье здесь пошло. Так, ну и куда мне теперь бежать? Военку мы увидели с вами. Военка мы увидели. Он еще вроде военка, да, вдалеке. Бежать туда. Может быть, кого-то встретим. Но она маленькая. Так, а это что там? Деревья. Так, здоровье вроде вверх пошло. Ну, давай наверх залазь уже. Так. Нет тут ни хера. Так, а вон выход. Ну, хорошо. Бля, чё, и выйти нужно отсюда? Какая-то территория, кстати. Так, ну что, друзья, вот повидали мы с вами военочку, кроме зомбаков никого не встретили, ни мишку Гамми, ни волков, ни оленей. Вот, ну ничего, я думаю, что на следующем видео, возможно, мы кого-то да и найдем. Вот, с вами я теперь прощаюсь. Увидимся на следующем видео. Ставьте лайк. Спасибо, что смотрели. Пока.